Вопросы взаимодействия вооруженных сил с частными структурами, чья работа связана с обеспечением военных нужд. Все это сегодня было в центре внимания на другом совещании президента. Владимир Путин на этой неделе проводит серию встреч с представителями командования и руководством оборонных предприятий. Обсуждаются разные аспекты развития армии и флота. На этот раз речь зашла об итогах состоявшихся в последнее время учений. В них, кроме армейских подразделений, участвовали и гражданские компании. Те, например, которые обеспечивают работу каналов связи. По итогам маневров сделаны выводы, в том числе о персональной ответственности. В ходе этой работы были выявлены определенные проблемы и недостатки. Ничего здесь неожиданного для нас нет. Надо внимательно проанализировать, как все это работает в совокупности, во взаимосвязи. Отработать дополнительные вопросы, связанные с обеспечением каналов связи, транспортно-логистическими услугами там, и так далее, и так далее. Это касается всех предприятий и всех форм собственности. Нужно понимать, что это серьезная работа. Да, на первый взгляд она кажется рутинной, но она в любом государстве и в нашем тоже должна находиться на известном высоком профессиональном уровне. И ответственность за ее исполнение каждый руководитель на своем месте должен нести персональную.